Добрый день. Я промысловая Соня. Девичья фамилия Бейм. Когда началась война, я закончила 6-й класс. Мне было 14 лет. На каникулах я с мамой была в Житомире. И начались военные действия. Мы срочно решили оттуда вернуться в город и сумели 28 числа июня попасть на поезд пассажирский Одесса-Ленинград, в поезд. Народу в поезде, в вагоне, было очень много, и нам пришлось находиться в тамбуре. 29 июня мы вернулись в наш родной город Ленинград. Город был уже на военном положении. И 8 сентября официально была объявлена блокада. Было очень тяжело. Были введена карточная система на хлеб. Мы очень страдали, но можно было как-то жить. В городе были организованы эвакопункты. Эвакуироваться со школы родители мне не разрешили. И мама со мной эвакуировалась по незамерзшему Ладожскому морю до Ладейного поля. В Ладейном поле нас переправили на большую землю. Это был самый такой радостный день после тех пережитых блокадных дней. Война еще не кончилась, далеко было до окончания. И нам пришлось пережить и холод, и голод, и стресс. Все пережили и хорошо все помним. Год тому назад в Иерусалиме был установлена стела, памятник, память о погибших в блокаду людей и защищавших город. Это большое событие, большая благодарность всем тем, кто это организовал. Я думаю, что посещать этот памятник в Иерусалиме будут не только ленинградцы, но и многие люди из разных мест. Спасибо еще раз большое, большое за эту память.